Своеобразный защитный барьер между нашим обществом и опаснейшим вирусом COVID-19. Именно так можно охарактеризовать действующий до 20 июля в столице и ряде других городов и районов Азербайджана ужесточенный карантинный режим. Несоблюдение требований карантина приведет как минимум к административной ответственности, что и происходит ежедневно. То есть, конечно же, увы, существуют безответственные граждане. И как максимум к опасному разрешению того самого защитного барьера, следствием чего может стать ухудшение эпидемиологической ситуации. Хочу напомнить, сегодня пятница, 10 июля, а это значит, что согласно одному из требований ужесточенного карантинного режима, завтра и послезавтра общественный транспорт функционировать не будет. Но посетить продуктовые магазины или же аптеки, предварительно получив СМС-разрешение, не составит никакого труда, так как во время карантина они работают по прежнему графику. Однако находиться вне дома можно не более 2 часов. Разумеется, что все трудности, которые несет пандемия коронавируса, мимолетные. Соблюдение мер безопасности и правил карантинного режима, ответственность перед собой, близкими и государством, забота о светлом завтрашнем дне, на пороге которого мы стоим сегодня, все это в скором времени выведет нас из сложившейся непростой ситуации. Михаил Алтухов, Наиб Гаджиев, CBC.